Вот давайте, расскажите что-нибудь про ковер. Ковры бывают разные. Угу. Текинские, персидские. Ковер – это, в общем, неотъемлемая деталь любой советской квартиры. Он создает уют, тепло. Угу. Во-первых, служит показателем достатка. Угу. Если у тебя персидский ковер, значит, ты в порядке. А если он еще из Югославии, то, вероятно, вы заслуженный работник торговли. Угу. Вот именно в таком ковре... Да-да. Преступники... Да. Вынесли тело хозяина квартиры. Да, да, да.